Всем привет! Наконец-то получил посылку с яйцом. Заказал я 180 штук. У меня два инкубатора. Один теплуша, другой квочка. Кому интересно, можете перейти на канал, посмотреть. На каждый инкубатор есть обзорчик. Сейчас скрою и будем пробовать их всех вместить. Итак, вскрыл коробку. Вот так их укладывают. В общем, дальше. Сейчас разберу их полностью все. Каждое яйцо проверю оскопом, чтобы не было ни малейшей трещин. Так как потом в процессе инкубации возможно, что яйцо будет протухать. Ну и, естественно, будет большой бабах внутри инкубатора. В общем, я делаю так. Перед инкубацией обязательно проверяю тщательно каждое яйцо. В общем, идем до... Стоп. Ну вот, видите, вот ударчик у одного яйца есть уже. Поэтому надо обязательно перепроверять каждое яйцо. Ну, не без этого. Транспортировка есть транспортировка. Все-таки коробочка ехала почти 4 дня. Раньше заходила за 2 дня, но после в связи с этими событиями, которые происходят у нас в Украине. Ну то ладно, то отдельная тема. Всем, поехали дальше. Ну вот, разобрал коробку. В итоге у нас получилось 17 штук битых, причем в хлам. Хоть клей, хоть не клей, да я шучу. Но суть не в том. Скинул фото поставщику, показал такую вот печальку, сказал, компенсирует при следующем заказе. С одной стороны, конечно, это хорошо, но с другой, все-таки количество яиц уменьшилось при закладке в инкубатор. Но не без этого. Так, дальше. В итоге вот что у нас получилось. Квочку здесь ровно 70 яиц, а в теплушу 11 рядов 88 яиц. Итого 158 штук из 180 у нас вышло. Ну, бывает и такое. Конечно, не ожидал, но ничего страшного. Все. Кому интересно, подписывайтесь, смотрите другие видео на канале. Все. Всем до следующего видео.